Давно я тут не бывала. Уже много лет. Что я тут найду? Записи для потомков? Отличная мысль, директор Эванс. Как будто я мало постарался для потомков. Как будто это не ради потомков я оказался в таком положении. Хватит. Достали меня эти потомки. Пошли они...
годом, дорогой дневник. Можешь себе представить, мы правда устроили праздник? Ну, типа, попытались. Директор Эванс пригласила всех в общий зал. Не знаю, где она взяла праздничные колпаки. Это уже было чересчур. И вот часы отсчитывают секунды до полуночи, и я думаю, интересно, я один понимаю, насколько это символично. Было бы не так плохо, если бы Скайлор опять напилась, но, похоже, то, что у нас с ней было, она считает ошибкой. Препараты, как будто жизнь — это боль, которую нужно унять. Нет уж. Я не хочу молчать. Я не хочу забыться. Я хочу, чтобы в конце моей биографии стояло не многоточие, а точка. Нет, восклицательный знак. Так что, если я вас расстрою, ну извините. Я больше никому ничего не должен.
Возьму в дорогу. Есть чем тебя угостить. Вон он. Элой, ты пришла? Огненные стрелы. Есть.
Я слышала за гранью взрывы и крики. Это и есть та неприятность? Скоро сама увидишь, а пока ждем темноты. Темноты? Отнесла чудной грати кроликов. Она сказала спасибо Великой Матери. Все верно, ты действовала по велению Великой Матери. Это я уже слышала. Только охотилась-то я одна. Это я уже слышал. Ты одна, потому что так решила. Я сходила к Карсту и купила у него нитимет. Даже страшно представить, какую цену он заломил за такое оружие. Ну, недешево, но оно того стоит. Возможно, скоро проверишь в деле. Я не понимаю. Взрывы слышны из-за грани объятий. Что мы сделаем отсюда? Будь добра, наберись терпения, Элой. Всему свое время. Слушай, Раст, я все обдумала. И я хочу сказать, я тебя не брошу. И я не буду. Не буду притворяться, что ты мне чужой. Элой, закон запрещает все контакты. Пускай. Мне все равно. Ты привык следовать закону, Раст. Но мне закон никогда ничего не давал, только отбирал. Все, хватит с меня. Элой, я обязан подчиниться. Ну и пусть. Я знала, что ты это скажешь. Мы сделаем так. Я буду приходить втайне. Меня никто не увидит, все будет хорошо. Ты не будешь со мной говорить, раз это запрещено, но я буду. Это мое преступление. Ты просто слушай. Это все, что я прошу. Ты хорошо все продумала. Ну да. Так что не переживай. Решено. Да. Решено. Солнце сядет еще не скоро. Надо бы отдохнуть. Верно. Этой ночью спать не придется. Открывают врата изгою? Иногда изгнание не отменяет прошлых заслуг. Вот тебе и закон. Я ни с кем не говорил. Теперь обоим надо молчать. Мы покинули объятия. Это настоящие дикие края. Здесь ждут угрозы, каких ты еще не встречала. Вот так туша. Что же это за зверь? Его прозвали Пилозубом. Это новый зверь. Грозный зверь. Они объявились 10 лет назад и погубили много воинов. Жуть. Thank you.
Иди по тропе, тут недалеко. Что случилось с этой хижиной? Машина, вот что. Что же это за машина такая? Эту машину ты сейчас выслеживаешь. А, вот как. Туша рыскаря, и я заберу детали. Будь осторожна. Мы уже совсем близко. Почему мы охотимся одни? Почему сюда не пришли воины племени? Они здесь уже были. Все туши их рук дело. И завтра они снова выйдут на охоту. Уже незачем будет. Я с этой машиной сама управлюсь. Или погибнешь, если будешь невнимательна. Белозубы разворотили весь этот дом? Сколько их было? Я привел тебя сюда не для вопросов, Элой, а чтоб ты с ним разобралась. Это ты должна понять сама. Ты будешь охотиться в одиночку, без меня. Что бы ни случилось, я не вмешаюсь. Поняла? Ты сама по себе. Лучше спрятаться. Я могу укрыться в зарослях. Посмотрим, где бы мне расставить ловушки.
ищут. Зачем я тебя привел? Не для вопросов. Элой. Для того, чтобы испытать меня. Это проверка, смогу ли я одолеть грозную новую машину. Нет. Пойдем. Это охотничьи земли. Их надо защищать. Если бы ты не убила Пилозуба, скольких воинов он бы ранил или погубил? Твой урок – ответ на этот вопрос. Ты долгие годы училась охоте, но лишь ради себя. Став воином, ты должна будешь сражаться за свое племя. Мое племя? Ты сказал, без них обойдусь. Но не говорил, что они без тебя обойдутся. Истинной силой обладает тот, кто готов сражаться за что-то. Кто готов служить великой цели. Вот что ты должна усвоить. Помни об этом, когда тебя примут. Когда меня не будет рядом. Мы закончили. Пойдем. Рассвело. Сегодня твой последний день в качестве изгоя. У тебя есть время, чтобы подготовиться к испытаниям. Когда отправишься в сердце матери, я буду ждать тебя на тропе. Я усвоила последний урок. Да? Но чтобы сражаться за что-то, в это надо верить всем сердцем. Надеюсь, ты найдешь, во что верить. Я пойду с тобой к хижине. Я сейчас иду не туда. Другие дела. Да? Какие? Когда придет время, я буду ждать. Тогда увижу тебя там. Увидишь.
об этом не пожалеете. Готово? Да, вроде. Все громче, чем я ожидала. Ты еще не была так близко. Вблизи все кажется больше. Скоро все станет привычным. Как дома? Ну, не знаю. Высший матриарх Тирса поможет. Еще вопросы? Они меня точно примут? Я же говорил. Ребенок-изгнанник может пройти инициацию. И кто выдержит, тот будет принят в стан воинов. Я помню. Не все так строго следуют закону, как ты. Верь мне, Элой. Племя знает о твоем праве. Скажи, что меня ждет внутри? Там будут люди, праздник, танцы. Столько людей ты никогда не видела. Ни одна деревня не сравнится с этой. Это обитель высших матриархов. Центр жизни племени. Жемчужина священной земли. Погоди. Ты ее полюбишь. Как я. Когда был среди них. Последние наставления будут? Нет. Ты усвоила все уроки диких краев. Меня учил ты, а не дикие края. И вряд ли лук и копье сильно мне там помогут. Луком и копьем ты добудешь то, в чем так нуждалась все эти годы. Ответы. Я готова. Теперь увидимся дома? Меня там не будет, Элой. Вот. Вот, возьми. На память. Ты как будто решил попрощаться навсегда. Нет. Нет. Твое место среди них. А я всегда буду изгоем. Но я же сказала, я все продумала. Я буду приходить тайком. Это я буду нарушать закон, не ты. Ты говорить со мной не будешь. Это привязанность ко мне обуза для тебя. Я хочу, чтобы ты стала частью племени. Ты больше не должна жить одна, Элой. Я была не одна. Ради тебя я ухожу туда, где ты меня не найдешь. Да. Мы прощаемся. Нет. Нет. Я умею читать следы. Куда бы ты ни пошел, я тебя найду. Не в этот раз. И в этот. И в любой другой. Ты его еще увидишь. Храни тебя, великая мать, Элой. И тебя. Сейчас надо его отпустить. Пока. Сначала инициация.
А потом я пойду по его следу. Поворачивай назад. Или сдохни. Выбирай. Расступитесь! В сторону! Воины, расступитесь! Пропустите ее! Сердце матери открыто тебе, дитя мое. Пойдем. Большинство Нора не так грубы, как эти дурни. Вы Тирса? А кто же еще? Идем со мной. Я ждала этого дня очень долго, Элой. Правда? О, да. Но я должна ненадолго тебя покинуть. Нужно позаботиться и о других чужаках. О других? Посланники из другого племени, Карха. Пришли посмотреть инициацию, а Нора не любит Карха. Карха? Но это моя проблема. Мы с тобой еще поговорим. А пока наслаждайся праздником. О, впереди тебя поджидает старый друг. Ему не терпится тебя увидеть. Но я тут никого не знаю. Это ты ему скажи. Мы еще поговорим. Да хранит тебя богиня. Что происходит? Элой, это ведь ты? Подойди. Ты ведь Элой, да? Я верно запомнил твое имя? Ты старый друг, про которого мне говорила Тирса? Мы не знакомы. Вижу, ты меня не узнаешь. Что ж, это было давно. Я Теп. Ты спасла меня от стада машин, когда была вдвое меньше меня. Я помню. Ты сказал спасибо. Я не забыл тебя. Надеялся вновь тебя увидеть. Вдруг придешь на инициацию. Как видишь, охотника из меня не вышло. Я в племени работаю швецом. Делаю одежду и доспехи. Знаешь, Элой, я подготовил костюм специально для тебя. Вдруг понравится. Сколько ты хочешь? Сколько? Ничего. Считай это благодарность за твой подвиг. Запоздалая. Thank you.
прекрасно сидит. Спасибо, Теп. У меня никогда такого не было. Ну, а теперь есть. Этот костюм защитит тебя лучше, чем твой прежний. У всякой одежды свои преимущества. Так что приходится выбирать. Ладно, не буду тебя задерживать. Иди тогда к дому матриархов, если тебе нужна Тирса. Дом ты сразу узнаешь. Большой такой, деревянный, снаружи злобная толпа. Тирса говорила про посланников из другого племени. Да, это всех и взбесило. Карха вступили на нашу священную землю впервые за годы. Будут швыряться помидорами, а то и камнями. Надеюсь, что не копьями. Ну, в общем, будь готова.